Житель Акмолинской области оборудовал мини-цех по переработке золотосодержащей руды. При обыске полицейские нашли у него 79 килограммов материала. За это 32-летнему мужчине теперь грозит уголовная статья. Цех в своих хозпостройках оборудовал житель поселка Бестубе. Полицейские установили, что он самостоятельно собрал необходимое оборудование, а руду добывал на отвалах. У черного старателя изъяли шаровую дробилку, мойку и электродвигатель, а также два мешка с золотосодержащим материалом общим весом в 79 килограммов. Мужчине грозит крупный штраф или арест за незаконный оборот товаров, содержащих драгметаллы.